Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «О том, о сём с Ксюшей». Этот канал из Норвегии. На моем канале вы найдете много интересного. Жизнь в объективе. И сегодня я хотела бы затронуть тему троллей, поскольку Норвегия является страной троллей. И еще в моем видео использованы фотографии коллекции троллей, которые моя мама собирала 20 лет. И в этом видео вы узнаете, кто такие тролли и почему Норвегия называется страной троллей. И что о троллях говорят норвежцы. Окунитесь в сказку и сами решите, верить вам то, что живут тролли в Норвегии или нет. Тролли, по мнению норвежцев, это сверхъестественные, первобытные существа из легенд, сказок и фольклора. По преданию, когда-то земля была вытянутая, и по ней бродили странные загадочные существа, которые жили в горах и лесах, и передвигались только по ночам, потому что по-настоящему их пугало только одно – солнечный свет, поскольку солнце превращает их в камень. Норвежцы говорят, мы не знаем точно, где и когда они появились в нашей традиции, но мы находим их в норвежской повествовательной традиции, первых письменных источниках, сагах Средневековья. Хотя сегодня большинство норвежцев не верят в троллей, но история о них по-прежнему пересказывается новым поколением. Тролли в Норвегии оставили глубокий след народной памяти и занимают важное место в норвежской культуре. Конечно, все знают, как выглядят тролли и что они принадлежат Норвегии. Но кто такой тролль, по мнению норвежцев? Это собирательный образ для нескольких типов человекоподобных существ в скандинавском фольклоре и сказках, уходящих корнями в скандинавские мифологии. Их внешний вид и характеристики различаются, и тролли обычно одновременно и опасны, и глупы, злы и игривы. К троллям относится все, от колоссальных йотов и великанов до маленьких гоблинов, гномов и других подземных мифических существ. Тролли часто живут в труднодоступной и нетронутой природе местности, например, в пещерах, горах, в лесу. Норвежцы говорят, что тролли могут жить до 1000-12000 лет. Они рождаются с одной головой и с одним глазом. Но по мере взросления у них часто вырастают еще две головы и появляются глаза, чтобы отпугнуть других троллей. Они едят уголь и камни. Они бродят только ночью. Они могут стать родителями только один раз в жизни. И у них есть хвост. Где же можно увидеть тролля? В Норвегии много мест, связанных с троллями. Например, Тролльстиген – пожалуй, самое известное место троллей. Многие ищут троллей здесь, благодаря знакам троллей и смотровым площадкам. Но это не единственное место, которое норвежцы связывают с троллями. Норвежцы рекомендуют держаться подальше от этих существ. Хотя после 18 века тролли постепенно стали восприниматься как более безобидными существами. Милый и некрасивый, страшный или добрый. Следы троллей можно найти повсюду в этой сказочной стране Норвегии. В скалах и горах, в пнях деревьев и под корнями. Поскольку не всем троллям удалось спрятаться от солнца, и поэтому их очертания можно увидеть во многих местах Норвегии. Особенно на каменных стенах, скалах и скальных обнажениях. Таких, как, например, язык тролля – Тролльтунга, стена троллей – Тролльвеген, горный массив дом троллей – Тролльхаймен. Хотя в Норвегии есть много легенд про этих волшебных существ, по которым явно можно подумать, что тролли и правда существуют. Но я верю, что они не только существуют, но и до сих пор живут в норвежских горах и лесах. И как же в этом видео не упомянуть о Хульдре, прекрасной девушке-тролль, живущей в лесах Норвегии и соблазняющих мужчин. На моем канале вы найдете более подробное видео о Хульдре. Если вам понравилось это видео,
Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может, просто интересен.